В мировом автопроме вновь стало модным вспоминать давно забытые имена. Поэтому желание Acura вытащить из собственных запасов некогда гремевшее название Integra выглядит вполне естественным. От самой первой Integra новинка взяла в первую очередь формат. Свежая машина также представляет собой драйверский пятидверный лифтбэк. Другая милая пасхалка — выпуклые надписи на обоих бамперах. На этом цитирование японской автомобильной классики заканчивается, ведь актуальная версия пятидверки адресована обеспеченной американской молодежи, а не страдающим от ностальгии бумерам. В основе младшей Acura лежит Honda Civic 11-го поколения, поэтому Integra имеет полностью независимую подвеску, но со своими, более азартными настройками. За доплату предложены адаптивные амортизаторы. 200-сильным полуторалитровым турбомотором также поделилась родственная Honda, что вдобавок предоставила и фирменный вариатор. Привод, разумеется, строго передний. Впрочем, в спортивном исполнении A-Spec можно заказать шестиступенчатую механику. Ее умная электроника подбирает скорость вращения коленвала при переключениях вниз, а другим приятным бонусом является дифференциал повышенного трения. По салону Acura и Honda вообще близнецы-братья, разве что у них разные накладки передних панелей, отчего сходство кажется менее очевидным. Новый лифтбэк станет первой Integra'й американской, а не исконной японской сборки. В США премиальная новинка окажется примерно на 10% дороже соплатформенного Civic'а, что вполне справедливо, учитывая богатую комплектацию. Так Acura предложит электропривод водительского кресла, задние занавески безопасности и обширный комплекс электронных ассистентов. Вдобавок обещано более высокое качество отделочных материалов. Минувшей осенью Subaru предложила новое поколение заряженного седана Subaru VRX, а на некоторых рынках даже появился VRX Universal. Понятно, что следом должна была появиться экстремальная модификация VRX STI, но боссы японской марки вдруг разрушили стройную картину субаровского мироздания. В новом поколении модели VRX STI не будет. Во всяком случае, с двигателем внутреннего сгорания точно. Правда, в компании уточнили, что рассматривают новые форматы культовой машины, включая вольт-амперный. Так что после небольшого перерыва STI-версии наверняка исполнят камбэк, но уже в электрическом или гибридном исполнении.